Сегодня должно было состояться заседание исполкома, и один из вопросов, который рассматривался на повестке дня, был вопрос, связанный с строительством церкви Киевского патриархата. На заседании исполкома не было кворума для принятия решения по вопросу согласования разработки проекта под размещение сооружения по улице Олимпийской 29А. Этот вопрос по строительству церкви Киевского патриархата. Воспользовавшись своим правом, согласно статье 46 закона Украины о местном самоуправлении, я приняла решение вынести вопрос на ближайшую сессию. На исполкоме присутствовали радикально настроенные лица, и такое мое решение их не удовлетворило. В связи с этим они требовали от членов исполкома принять решение методом голосования. Можете не улыбаться, зря улыбаетесь. Если вы такой идейный, то будьте готовы за эту идею умирать. А там пацаны умирают. Для того, чтобы этот межконфессионный конфликт не набирал оборотов в городе, я пригласила за стол переговоров представителей протестующей стороны. Тем самым на сегодня напряжение было снято, и вопрос о строительстве церкви Киевского патриархата будет рассматриваться 30 мая депутатским корпусом городского совета.